Покачевские школьники поучаствовали в муниципальном фестивале ГТО. 70 юных спортсменов испытали свои силы. В первый день ребята стреляли из электронного ружья, прыгали в длину с места, выполняли упражнения на гибкость, а также соревновались в отжимании и подтягивании. Во второй день спортсмены преодолевали дистанцию до 2 километров. Отмечу, что такая фестивальная программа отличается от конкурса тем, что участник может выполнять упражнения до последнего, пока не устанет. Это означает, что школьников не ограничивают рамками, и они могут показать свою мотивацию и стойкость. А те 8 счастливчиков, которые набрали максимальное количество баллов, отправятся покорять столицу округа на региональном этапе всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Я приняла решение, потому что я посчитала, что участвовать в фестивале, можно сказать, полезно. Это для саморазвития, чтобы не сидеть дома, чтобы не было скучно. Я думаю, у меня будут нормальные, хорошие результаты, потому что я занимаюсь спортом. Вот, и мне кажется, мне будет легко сдать.